Приморском крае торжественно отметили 105-ю годовщину со дня образования 22-го истребительного авиационного полка Воздушно-космических сил России. От всей души хочу поблагодарить вас за то мужество и героизм, который вы проявляете непосредственно в боях на Украине, за ту боевую службу, которую вы несете здесь, охраняя наши рубежи и мирное небо над жителями Приморского края. Глава региона вручил заместителю командира 22-го истребительного полка Никите Корягину приветственный адрес личному составу, а также наградил военных летчиков благодарственным письмом губернатора Приморского края. Безусловно, мы по праву гордимся тем, что здесь, на территории Приморья, находится наш полк. Со своей стороны, мы много делаем для того, чтобы быстрее пришла победа, для того, чтобы быстрее вернулись наши ребята. Сейчас проводим большую работу, связанную с поддержкой наших военнослужащих, членов семей, которые остались здесь. Знаком отличия Приморья за заслуги наградили заместителя командира авиационной эскадрильи Вадима Злобина и техника группы регламента и ремонта технико-эксплуатационной части Александра Журавлева. Почетную награду герои получили за высокие показатели в боевой подготовке и преданности военному делу. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.